Сегодня в поселок Радужный впервые прибыла наша традиционная рубрика «Городовой». Сегодня по адресу Октябрьская, 14, состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти профессора МГТУ Павла Эдуардовича Зуркова. Это первый профессор Магнитогорского государственного технического университета, который удостоился такого почета. Павел Эдуардович – известный ученый в области горного дела. Он участвовал в разработке крупных месторождений полезных ископаемых. По этим и другим вопросам металлургического производства Павел Зурков написал свыше 200 работ. Свою преподавательскую деятельность в МГМИ он начал в 1947 году. За 20 лет, которые он провел в стенах института, профессор прошел путь от декана до проректора по учебной части. Это был не только ученый с большой буквы, это был еще и человек с большой буквы. Он был очень отзывчивый, очень коммуникабельный. Всегда вокруг него была такая атмосфера дружелюбия, такая, ну, по-настоящему добрая атмосфера. Через 40 лет после смерти Павла Эдуардовича его научные труды не забыты и используются до сих пор. По инициативе учеников известного профессора была изготовлена мемориальная доска. Ее торжественное открытие поручили внуку и правнуку Павла Зуркова. В нашей семье приятно, что память о деде жива. Надеемся, что будет жить долгое время. Спасибо большое вам за внимание, за то, что пришли, за теплые слова.